Всем привет, друзья! Мы опять в Джинтугане. В этот раз мы собрали большую компанию из Санкт-Петербурга, чтобы отправиться на фестиваль Болдермания, который проходит здесь, в ущелье Аделсу. Нас ждет 2 дня скалолазания, много новых трасс, много новых секторов. И это очень круто, потому что такие фестивали заставляют пробовать себя что-то новое, ходить в те места, где ты еще не был и, возможно, не оказался бы, если бы не фестиваль. Так что у нас уже руки чешутся, и мы скорее-скорее бежим лазать. Погодка у нас отличная, солнышко светит, ветерок дует, трение прекрасное. Побежали. Белый Ларгус. Ведрище, но с большим багажником. Вещь. В Ларгусах. Сейчас уже идет второй день соревнований. Вчера у меня получилось пролезть 6 трасс от 8А до 8Б+. Руки устали, кожа устала, короче, все устало. И сейчас вот выходим, добиваем. В целом, погодка на соревнования была хорошая. Мы приехали пораньше, лили дожди. Сейчас все круто. После фестивальчика, наверное, мы останемся еще. У нас вроде билеты обратно уже послезавтра, но мы подумываем забить на наши билеты, остаться еще на недельку и попробовать долезть то, что очень хочется долезть. Ребята получают аналогичные подарки за первую категорию. Также за первое место есть тут. Медалька моя пустая. Чего? Вот она. Победа. Круто. Сегодня у нас прогулочный день после фестиваля. Мы решили подняться на скальную лабораторию. Высота там 2700. Мы идем туда, чтобы попробовать найти какие-нибудь камушки. Ну, короче, искать какой-нибудь новый болдеринг по пути. Там и на спуске обратно. Первые камни оказались недалеко. Это жесть, ребята.
потолок 20 метров. И это жесть. Очень круто. Там вот кусок камня над обрывом, но есть много трасс, там вот до середины и в ту сторону, если вылезать, там есть перспектива. А здесь под трудность нормаст. Такая по полкам. Это все то же самое. Высочайший первопроход. Да. 2700. Название трассы. Ну что ж, фестиваль закончился. Мы отлично полазали, устали. Поменяли наши билеты все-таки и останемся здесь еще на несколько дней, чтобы полазать все новенькое, сложненькое и то, что очень хотелось пролезть. А также хочу сказать, что если вам нравится то, что мы делаем, если вы хотите поддержать наш канал, то оформляйте подписку на Boosty, ссылка будет под видео, и вы поможете продолжать нам делать видосы, развивать районы. Да, кстати, мы также там собираем донаты на расчистки, поиска и развитие новых районов. На данный момент это Приэльбрусье и Ленинградская область. Если вы хотя бы раз чистили трассы, то вы, наверное, знаете, сколько времени, сил, средств это требует. И если вы хотите поддержать тех энтузиастов, которые занимаются этим сейчас, то также переходите на Boosty, ссылка также под видео. И сделаем наше скалолазание лучше, популярнее и доступнее для всех.
Вот и подошла к концу наша поездка. Не все проекты получилось пролезть. Но это лишь очередной повод сюда вернуться. Где-то не хватило сил, где-то не хватило кожи, где-то не хватило количества матов. Где-то просто было страшно, потому что трассы некоторые оказались высокие. Но при этом также получилось залезть много трасс, которые я не видел до этого. И в этот раз их получилось пролезть. Вы подписывайтесь на канал, ставьте все, что там можно поставить. И увидимся в следующих роликах. Пока!